И снова всем привет, с вами Олег Гудвин. Вот мы поставили на человека иголочки, да? Сухая игла называется, мед сухой иглы. Некоторые мы с пробиванием особенно, такие сложные моменты, где мышцы спазмированы, да? Тепло проникает гораздо глубже по металлической игле, игла же теплопроводная, да? И попадает прямо в спазмированную мышцу, в участок мышцы. Отчего сразу ее отпускают. Ну, сейчас уже вот, видите, можете поближе заснять, чтобы показать весь ежик, как мы человека превратили в ежика, да? И вот уже будем их убирать. Они продымили. Это были полынные моксы. И просто быстро все утилизируем. Видно, какой длины иглы, да? На самом деле это все безопасно. Иглы настолько тонкие, что проходят сквозь вены, артерии, сосуды и выходят даже без капельки крови. Перекись водорода, на самом деле, практически все дезинфицировано, безболезненно. И по мышцам видно, насколько они вот стали расслабленные. Видите, палец проходит достаточно глубоко, практически, не ощущая никаких триггерных зон. Ну и ты сам как чувствуешь расслабление? Да, по сравнению с прошлым разом, данный человек приходит уже не в первый сеанс, да, и в первый сеанс было прямо вот тело сковано вообще такое, да, а теперь все расслаблено, уже вот какие стали мышцы, совсем слабенькие. Поэтому не отключайтесь, будьте с нами, ставьте лайки, всем привет, с вами был Олег Гудвин, пока-пока.